Крем-дипломат – это самый мой любимый из всех кремов. Он, по сути, складывается из двух кремов: заварного крема на желтках без масла и крема шантильи. Наливаем 400 грамм молока в кастрюлю и очень сильно нагреть, но не довести до кипения. Туда я также натерла лимон. Можно, это шкурка желтая лимона, сидра только. А можно добавить ванилин и оставить, чтобы настаивался запах. Сейчас нам нужно 6 яиц, 50 грамм муки, 150 грамм сахара и молоко холодное, то, что мы отлили немножко. Я полстакана оставляю. Отделяем желтки от белков. Отделили желтки от белков. Белки накрываем и оставляем в сторону. С них тоже что-то можно приготовить. В желтки высыпаем сахар и взбиваем до белой пены. Когда желтки побелели, вот так хорошо взбились, добавляем муку. Взбили с мукой и сейчас доливаем молока. Все выливаем. Ставим на огонь опять молоко. И постоянно помешивая, вливаем смесь. И вот сейчас нужно постоянно, не отходя от плиты, помешивать крем, пока он не загустеет. Вот он начинает густеть, но надо постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Чтобы понять, когда крем уже готов, нужно взять вот так. Потом ложечкой другим боком сделать вот такую полоску. И если крем не течет, полоска остается, значит крем уже готов. И надо обязательно переложить в другую посуду. Я переложила крем в другую посуду. Обязательно надо перекладывать. И еще одно, что обязательно нужно накрыть пищевой пленкой, чтобы не образовывалась сверху шкурка твердая, которую потом никак нельзя убрать. Его ни в коем случае не ставить в холодильник, а вот так в комнатной температуре пусть охолаживается. И сейчас приступим к крему шантильи. По сути, это сливки, взбитые с сахаром. Но пока не высыл крем заварной на желтках, не делайте крем шантильи, потому что крем шантильи сбивается очень быстро. И вот когда уже хорошо сбились сливки и с сахаром, мы добавляем заварной крем на желтках без масла и смешиваем в равных пропорциях, плюс-минус можно, и он получается, этот крем-дипломат получается такой воздушный, вкусный, очень мне нравится. Можно перекладывать торт, начинять эклеры.